Сразу две выставки картин и гравюр из фондов Ирбитского государственного музея изобразительных искусств сегодня гастролируют по стране. Одна в Челябинске, другая в Оренбурге. Однако это совсем не значит, что и в Ирбите в музее посмотреть нечего. Буквально накануне здесь открылась выставка известного уральского художника-монументалиста, чья творческая биография связана с нашим городом. Леонард Александрович Гусев. Для подавляющего большинства ирбичан имя этого художника-монументалиста, скорее всего, неизвестно. Хотя его работы видели точно многие, особенно люди старшего поколения. Ведь именно Леонард Гусев в середине 60-х возглавлял команду художников, которая занималась художественным оформлением Дворца культуры «Современник». Я был руководитель, организатор и... Меня спрашивали и заказчик, и моя бригада художников. Скажем, мы пишем роспись, а в это время полы строгают паркетные, машина ревет, пыль. У меня художник Симонов тоже говорит, ну, сделай что-нибудь, но так же нельзя, это же условия плохие. Я иду к Костевичу, говорю, вот так, Владислав Казимирович, вот понимаете, чтобы хорошую, качественную вещь сделать, надо условия, чтобы были, тут пыль, он... Прекращайте, выгоняет всех. Он ушел, через час снова то же самое. При этом самого Владислава Костевича Леонард Александрович вспоминает с большим уважением. В первую очередь за его стремление быть полезным людям. Меня удивило, не то что удивило, а даже вдохновило, я бы сказал, его стремление сделать для города как можно больше и лучше. Когда я приезжал со эскизами, которые я предлагал потом где-то разместить, расписать там, он выгонял всех своих сотрудников и часами стоял, и каждый эскиз внимательно и дотошно допрашивал меня, что я как хочу там, вставлял свои пожелания там, значит. Я удивлялся этому, вот это подвижник, человек, который... Мечтал, чтобы у него культурнейший город был Ирбит. Вот только видов Ирбита и окружающих его пейзажей на представленной в залах музея выставки вы не найдете. По словам самого Леонарда Гусева, в тот момент на это просто не хватало времени. Изобразил он наш город гораздо позже, на одном из потолочных плафонов здания железнодорожного вокзала в Екатеринбурге. Ну а что касается живописных работ художника, в них он в большинстве случаев оставался верен своей родине – Уралу. Именно природа и люди нашего края – главный и любимый объект творчества художника. А Урал это серьезно, и я с удовольствием его пишу. И дальше буду писать, пока могу.